его тренера Валерия. Оценку пока Крюкова еще не вывели. Вот они, два сильнейших гимнаста страны, при всем том, как бы у нас таблица умножения сегодня не раскладывалась, но они, безусловно, сильнейшие. Швея, безусловно, не списывает со счетов Алексея Немова. Казалось бы, рядом идут, уже друг с другом много-много лет рядом. Знают наизусть своего врага, конкурента, соперника, как хотите называйте, но они, слава богу, все дружны. Вот... Вы сказали, конкурента, да, соперника. Да. В том-то и дело, что вот, ну, неоднократно задавая вопрос... Вот ничего мы сейчас с тобой конкретно о нем не говорили, чтобы не помешать ему. Вот я ни под ногу, ни под руку ничего не сказала про Бондаренко. Ну, он просто... да, ну, хорошо. Я к тому, что это, то, что я сейчас скажу, не мной придумано. Это ощущение самих гимнастов. Испытывают они вот этого подъема соревновательного, какого-то безумного на чемпионатах России. Вот, ну, праздника вот, не чувствуется. Ну, нету сказать, вот этого, да, адреналина дополнительно, да, да, впрыскиваемого в кровь, ну, который вот и придает какую-то вот азарт, не знаю, происходящему. Лоск, красоту, праздничность. Да, как выйдет такая, ну, контрольная тренировка. В конце концов, был же в преснопамятном 98-м году со всеми его достопримечательностями финансовыми эпизод, когда и на аренду-то Олимпийского денег не нашлось, и да, чемпионат России успешно прошел на базе Новозеленского. Но это безобразие. Успешно. Но тем не менее. Да. То есть, если раньше себе такое, наверное, тот же Юрий Владимирович Титов, невозможно, будучи начальником управления, да, он, никогда, наверное, в страшном сне такое не увидел никогда бы никогда. Не, у нас это был просто самый большой праздник гимнастики в Москве, во Дворце спорта. Это, как правило, проводилось в Лужниках. И, во-первых, зрителей всегда собирал, несмотря на то, что он расположен в Лужниковске. Кстати, он менее выгодно, чем Олимпийский, правильно? Но все равно собирал зрителей. И, конечно, это праздник был невероятной величины. Прям просто полет какой-то все испытывали. Но я хочу успокоить зрителей и тебя, Денис. У мальчики всегда как-то немножко грустнее. А вот буквально после перерыва начнут разыгрывать чемпионство девчонки. Там все будет. И страсти, и падения, и радости, слезы, там эмоции. Ну, а здесь только неприятно.